Хламида. У древних греков хламидой назывался мужской плащ из плотной шерстяной материи, надеваемый поверх хитона, покрывавший оба плеча и застегивавшийся на груди или на правом плече с помощью пряжки. Хламиду носили спартанцы и молодые воины Эфебы, а также охотники, путешественники и солдаты. Хламиды окрашивались в различные цвета и украшались узорами. В переносном смысле хламида – нескладная и неудобная одежда.